Дорогая моя подруга, мне жаль, что я так давно не видела ни тебя, ни кого из твоих домашних. Две наши семьи имеют так много общего, что негоже им чуждаться друг друга. Будет ли тебе удобно навестить меня завтра? С искренней привязанностью, Сервилья. Вот странно. Неужели? Чего это вдруг? Она же меня ненавидит. Я тебя ненавижу. Это же дружбе не помеха. Что у нее на уме? Ничего, чтобы делала тебе честь. И что ты? Конечно, я пойду. Разумно ли это? Скорее всего, нет, но ее ярость забавляет меня. Ты пойдешь со мной. Зачем это? Как зачем? Ты будешь меня охранять. Неизвестно, что задумала эта старая черепаха. Пожалуйста, не говори так о ней. Она и есть старая, свихнувшаяся черепаха. Я-то думала, что ты уже оправилась от этих своих смешных переживаний. Ну да. Стараюсь, по крайней мере. Тебя все еще тянет к ней. Хотя ничего плохого в этом нет. Да не тянет меня к ней. Просто жалко ее и себя, какой я была тогда. И тебя. Меня? Глупая ты гусыня. Просто замечательно. И Октавиан. Ты практически уже взрослый. Мне нравится так думать. А как красив. Пойдемте же, пойдемте. Ты, верно, хотела бы узнать, зачем я тебя пригласила сегодня. Я немного удивлена. Понимаешь, мне было бы очень важно, чтобы именно я первая сообщила тебе о том, что случилось. Итак, с тираном покончено, республика восстановлена, и ты совсем одна. Не угодно ли воды с медом? Нет. Благодарю. Пожалуйста, не бойся, я не причиню тебе вреда. Не сразу. Вред? Чего бы тебе захотелось вредить нам? Мы же всегда были очень дружны, политика — это для мужчин. Не сразу. Я заставлю тебя долго страдать. Долго и мучительно. Так же, как ты заставляла страдать меня. Сначала я хочу увидеть, как ты спасаешься бегством. Бросаешь все, лишь бы спасти свою шкуру. Забиваешься в какую-нибудь крысиную норку в Греции или в Иллирии. Куда уж ты сама придумаешь. Но я отыщу тебя и там. Спасибо за приглашение.